знаю, что там на пленке. Но в разведке сочли ее столь важной, что рассказали мне все, лишь бы я ее не потерял. Видимо, советы придумали, как интегрировать чужеродную ДНК в организм человека. Чужеродную ДНК? Скажем, французскую? Скажем, чужеродную для Земли. Теперь нас убьют за то, что мы много знаем. Мы так много знали. Так что не дрейфь. Черт. В декабре 79-го объект неизвестного происхождения вошел в атмосферу Земли над Сибирью и упал где-то в районе Гиндукуша, неподалеку отсюда. Упавшая звезда. Да. Русские отправили исследовательскую группу и нашли нечто наподобие летательного аппарата. Внутри что-то было. Что-то настолько нужное советской власти, что они вторглись в эту страну, чтобы этим завладеть. Хотите сказать, все это русское вторжение в Афганистан было только ширмой? Черт возьми, красиво. У русских появился свой Розуэлл. Кроличья нора становится все глубже.